Бонжорно, меня зовут Ксюша, мне 35 лет, я с Нижегородской области. Отзыв на марафон по депривации сна Светланы Лавровой. Пока я ждала начала марафона в течение 4 месяцев, я думала, что Светлана запретит нам, участникам марафона, спать и есть. Из-за этого я испытывала стресс, стала много спать и есть. Каждый раз, как в последний раз. В итоге, когда стартовал марафон, я была разочарована, так как Светлана дает только теорию. Но одновременно я обрадовалась, потому что могу спокойно продолжать спать и есть. Как проходил марафон? Светлана раскрывала интересную тему, которую я раньше нигде не слышала. Звучало немного сказочно. Я не знаю, правда это или это происходит только в мире Светланы, но я слушала с жадностью. Потом переслушивала эфиры и записывала себе конспекты. В итоге я для себя с 5 дней марафона собрала и выписала инструкцию. Распорядок дня для выхода в естественную депривацию сна. После темы дня Светлана отвечала на интересные вопросы участников по теме депривации сна, и на все мои вопросы Светлана отвечала терпеливо и доходчиво. Еще в первый день марафона Светлана поделилась лайфхаком, с помощью чего можно себе помочь делать 15-минутные перезагрузки вместо сна. Я очень обрадовалась этой информацией и подумала, что для меня марафон уже состоялся. На третий день оказалось, что Светлана владеет музыкальными инструментами, и она нам исполнила на барабане, на ханге, на бубне. Меня особенно впечатлил бубен. Что еще запомнилось с марафона? Интересно было послушать личный опыт Светланы про волшебство, которое с ней происходило на депривации сна, и чем отличается волевая депривация сна от естественной. Мне срезонировала фраза, что настоящая качественная депривация сна всегда приходит естественным путем, без аскез. Как на меня повлиял марафон? С начала марафона и по сегодняшний день я наблюдаю за своим сном и понимаю, что теряю интерес ко сну. Сна стало намного меньше. И мне лично нравится, что я могу не спешить, потому что освободилось много времени, которые я раньше тратила на еду и сон. И я представляю, как может быть еще лучше. Светлана, благодарю.